Привет! Данное видео предназначено для владельцев мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов, средств связи, коих сейчас предостаточно. В нем мы дадим вам несколько советов, каким образом защитить себя от телефонного мошенничества, дабы избежать лишних трат своих личных денежных средств. Уделите буквально несколько минут на просмотр этого видео. Технологии и способы защиты информации развиваются, но, к сожалению, мошенников это нисколько не останавливает, так как они также развивают свои технологии и навыки. Главное всегда оставаться бдительным, не терять голову и не следовать бездумно всем инструкциям, которые сообщаются по телефону или в смс-сообщениях. Итак, несколько простейших советов для вас. Никогда не разглашайте конфиденциальную информацию о себе, кодовое слово, логины и пароли доступа в какой-либо ваш личный кабинет, номер кредитной карты, номер СНИЛС или какие-либо данные со входящей СМС посторонним лицам. Не предоставляйте любую информацию при входящих звонках на номер, даже если звонящий представляется сотрудником оператора сотовой связи или банка и просит какие-нибудь уточняющие конфиденциальные данные или данные со входящей СМС. Не сообщайте по телефону также данные вашего полного имени, дату рождения и домашнего адреса. Делайте это только тогда, когда вы сами являетесь инициатором звонка, а не наоборот. В общем, не делитесь личной информацией. Запомните, целью любого общения с незнакомыми людьми является сведение к минимуму тех деталей, которые могут быть украдены и использованы против вас. Конечно, нельзя доверять просьбам о помощи, приходящим с неизвестных номеров, особенно якобы от имени ваших родственников, друзей и знакомых, или же от полиции, МВД, банка и налоговой службы. В любых подобных случаях обязательно постарайтесь сначала связаться с родными лично и уточнить, действительно ли у них возникли проблемы. Нельзя передавать телефон в незнакомые руки, оставлять его в незнакомом месте. При ремонте обязательно необходимо извлечь сим-карту, чтобы избежать возможного ее клонирования. После ремонта проверьте смартфон с помощью антивирусных программ. Никогда не открывайте ссылки, полученные в СМС с неизвестных номеров. Так мошенники могут получить доступ к вашей персональной информации на ваших устройствах или просто произвести хищение ваших денежных средств. По возможности не принимайте участие в акциях, лотереях, викторинах, даже если они проводятся мобильным оператором. Заведите отдельный номер для размещения объявлений в интернете, покупок и заказов на интернет-порталах и тому подобное. Старайтесь как можно меньше личной информации публиковать в открытом доступе, также в социальных сетях. При нахождении в роуминге помните, что и за рубежом можно стать жертвой тех же схем мошенничества, которые действуют и в зоне обслуживания домашней сети. Но неприятности, от которых вы сможете более или менее легко отделаться дома, могут принести гораздо больше вред во время пребывания за границей. Помимо общих мер безопасности, отключайте мобильный интернет и автоматический прием ММС. Избегайте считывать QR-коды. Устанавливайте приложение на ваш смартфон только из официальных магазинов App Store, Google Play или магазина Windows. Телефонные мошенники очень хорошо знают психологию людей и рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Держите язык за зубами, а спокойные, уверенные вопросы отпугнут злоумышленников. Да, и если у ваших детей тоже есть мобильный телефон, то предупредите их и расскажите эти советы. Дети наиболее уязвимы для злоумышленников. Спасибо за просмотр. Надеемся, эти простые советы помогут вам избежать неприятных сюрпризов и сэкономить свои личные денежные средства. Если информация оказалась полезной, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на жесткий телевизор. Пока!